Всем привет, всем. Дорогие друзья, с вами Артём, и добро пожаловать в наш влог. Вот Саша. Его канал я скину в комментарии. Ну, вот от имени админа. И сейчас, пацаны, мы идем за моим другом Валерой. Валера, он там сидит. Его нет, он ушел по делам. Видите, вот мой скейт. Вот мой скейт. Сейчас я покажу свое лицо. Всем привет, дорогие друзья. Всем привет. Всем привет. Что сделал? И сейчас мы идем на поиски гриферов. Ладно, шутка. Шутка, шутка. Вон то дорога там. Нормально. Сейчас мы... Можно будет съезжать по маленькой горочке. Можно будет что-то поделать. Только какие-нибудь. Идем мы, короче. Видите это? И сейчас мы идем. Вот Сашин скейт. У меня платформ. Хорошо. Никакой скейт. Хорошо. Ладно, и сейчас мы, пацаны. Фигня. Сейчас пойду скейт. Ну и что дальше? Вот наш банк. Ты видел? Батя пошел. Вот. Наш банк. Сейчас сядем, отдохнем. Я поставлю паузу. И попозже я пойдемся дальше по этому городу. Всем посмотрим. Еще мы отдохнули, сейчас идем. После этого, как мы пришли сюда, прошло 20 минут. Ну, не обижайтесь, что мы так долго отдыхаем. Да. Ну, да. Просто да, сильно устали. Не просто. Трудно нам ходить со скейтами. Да. Тяжелое. Очень. Вот еще город. Вот эти вот дома, вот банк. Если вам нравится такой банк, ставьте лайки. И подписывайтесь на канал. Если еще не подписаны и не подписана, скорее подпишитесь. Вот тот малой, который в прошлом выпуске я со скейтом отыру. Видите? Вот он, синяя майка идет. Сейчас мы будем кататься на скейте. Погнали. Погнал меня. Все, мы доехали до этого места. Сейчас лучше так жарко, плюс 27, так точно. Погоду смотрел. Я еще забыл сказать, если вам нравится мое видео, то поставьте скорее лайки. Вот колота играет в футбол. Вот. Я ж колота в футбол.